Everyone just saying the same thing. I don't want paparazzi's here. Stop it. Наконец-то. В общем, закончился наш семинар. Я тут встретил украиночку, а она, скажем так, ну... Да? Да? Как я плачу, я нашу такой канал. В общем, закончился наш семинар, ТБС. И будем уезжать домой. После семинара мы приехали в Ним, с Нима мы будем отправляться в Бордо, и вот вечером сегодня будем уже снова в Монтандре, в Ле Мезон де Батильёр. Сейчас я гуляю по Ниму, довольно-таки красивый город, старый. Вот здесь вот сзади, как вы можете видеть, какая-то арена, как Колизей. Красиво все. С одной стороны находится старинное архитектурное сооружение сзади меня, и спереди находится новое здание, которое строят, и какой-то контраст такой получается. Еще здесь в Ниме мне понравился такой необычный вокзал. Вокзал находится внизу, а вверху на крыше ездят поезда, все скоростные поезда, интерсити, все сверху ездят, и когда ты сидишь на вокзале, это ужасный шум, и все думаешь, что сейчас это все завалится. Хотел посетить я этот Колизей, эту арену, но не пустили, потому как у меня этот багаж, рюкзак. Вход стоит 10 евро, но по карточке, которую предоставляет Erasmus, скидка, и это как студенческий билет, 8 евро. Такая вот красота в Ниме, но мне пора уже выдвигаться на вокзал, так что на этом, пожалуй, все. Благодарю за внимание. Успехов вам! Ладно, какие-то напутствия для будущих волонтеров. Ты довольна своим ИВСом? Правду хотите узнать? Конечно. Знаете правду только тогда, когда сюда приедете. Нет. Вам ее никто не расскажет. Я расскажу. Нет, он все врет. Заманивает, как сирена вас сюда.